Эту новость в своем микроблоге прокомментировал Вениамин Кондратьев. Губернатор Кубани сообщил, что кубанские курорты готовы принять всех желающих. Хорошо, что открытие массовых поездок россиян в Турцию и Египет все же придерживают. Безопасность людей важнее. Отдых с постоянными переживаниями о том, что рядом прогремит взрыв или упадет самолет, это не отдых, а нервотрепка. Кубанские курорты готовы принять всех гостей, а мы, в свою очередь, сейчас делаем все, чтобы сервис не уступал иностранным отелям. Добавлю также, что сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя агентства по туризму сообщил, что окончательное решение не открывать полеты для туристов принято в отношении Турции. Однако последние события в Египте показали, что и в эту страну въезд для отдыха также не будет возобновлен.